В этом году Одинцовский район стал лидером среди муниципалитетов региона по числу заявок, поданных на соискание премии «Наше Подмосковье», а также по числу лауреатов. Каждый ребенок, каждый житель готов принимать активное участие, и мы делаем «Наше Подмосковье», нашу маленькую родину, все красивее и достойнее. Спасибо за ваш труд, спасибо за ваши идеи, спасибо за то, что вы есть. Такие неравнодушные и активные. Низкий вам поклон. Жители района подали на конкурс 2563 проекта. В их реализации участвовало 5629 человек. Больше всего победителей в номинации «Здоровое Подмосковье», «Экологическое Подмосковье». Это что значит, что в Одинцовском районе самые здоровые, заботящиеся о здоровье люди, заботящиеся об экологии и патриотическое воспитание на третьем месте. Поэтому я за судьбу жителей Одинцовского района, за Одинцовский район теперь спокойно. Как и в прошлом году, заявки подавались по четырем основным категориям – сообщество, команда, объединение и инициатива. Больше всего победителей от муниципалитета было определено в последней номинации – 99. В категории «Сообщество» премию первой степени получил проект «Супермамочки» Одинцова. Хочу сказать огромные слова благодарности организаторам премии «Наше Подмосковье» и Одинцовскому району за поддержку, потому что мы действительно об этом мечтали, и это мотивирует. В интервью не успела договорить. Это мотивирует всех мам не только нашего района, но и Одинцовской, и Московской области, и даже других городов России. Наш фестиваль, который прошел «Город для мам», доказал этому подтверждение. Поэтому огромное вам спасибо всем за поддержку. Это очень важно для нас. Денежные сертификаты получили 120 участников, жители Одинцовского района. Общий размер выданных премий составил более 9 миллионов рублей. И люди, которые в зале сегодня, ведь красота, она многогранна. Это и чистое Подмосковье, это экология, это и патриотическое воспитание, это и благодарность старшему поколению. И люди, которые сидят в этом зале, они вот этим и заняты. Сохранением и приумножением нашей красоты. И глубокий им поклон, и большое им за это спасибо. С каждым годом количество желающих принять участие в премии губернатора «Наше Подмосковье» увеличивается. Жители муниципалитета проявляют активную гражданскую позицию и представляют интересные социально важные проекты. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».